Всем привет! Это Пернатекс Лайф. И помните, я показывала вам недавно видео с синичками. В общем, мое любопытство меня переселило, и я посветила вот в эту дырочку, вот которая вон там фонариком. И я насчитала там 6 птенчиков. И птенчики уже довольно-таки большие. Ну, уже в оперении, мне кажется, что они еще там пару дней проведут и пойдут уже гулять на воле, выбираться из гнезда. И здесь, кстати, опять синичка возмущается. Сейчас я ее покажу. Где-то она вон там спряталась. Вон она и пугается. Поэтому отходим, чтобы ее не нервировать. И она сейчас полетит опять кормить их. В общем, их там много. Вроде как 6 штучек. 6 птенчиков. Вот. Может быть больше. Но это все, что мне удалось увидеть. Там, кстати, темно. И в трубе они находятся где-то на глубине сантиметров 70-80. Вообще поражаюсь, как они оттуда выбираются. И как вообще мама туда забирается. Мне кажется, она прям как обезьянка по стеночке ползет. Мама делает вид, что она ни при чем. Так что вот такие вот дела.